Встала черный злодеец Орда, и стали грудью деревни и села, и поднялись большие города. Готовься к бою, и пахарь, и воин, бери винтовку умелой рукой, лишь тот отчизны советской достоин, кто за отчизну дерется, как герой. Товарищи, весь наш народ поднялся на отечественную войну против озверелого фашизма. Наша страна не одинока в этой борьбе. С нами все угнетенные фашизмом народы. С нами передовые могущественные страны мира, Америка и Англия. Могучий английский флот воюет вместе с нами против Гитлера. Смотрите картину «Британский военный флот». Англия – морская держава. С давних пор английский военно-морской флот был и остается сильнейшим в мире. Во всех частях света Англия располагает мощными военно-морскими базами. Под защитой могучих линкоров и крейсеров работают торговые порты Великобритании. Вся торговля, вся промышленность и в большой степени все продовольственное снабжение Англии зависит от морских сообщений. Вот почему огромное значение для Англии имеет ее грандиозный военно-морской флот, охраняющие все пути, ведущие на Британские острова. Военный флот Англии обладает не только могучими кораблями. У него есть крылья. Авианосец Арк-Рояль – один из многих действующих английских авианосцев. Тот самый, который немцы много раз объявляли потопленным. На этом плавучем аэродроме помещается большое количество самолетов, достаточное, чтобы провести самые серьезные военные операции.
Чтобы сократить пробег самолета после посадки, существует система резиновых тросов, которые тормозят машину. Для того, чтобы затруднить операции вражеского флота и сделать недоступными большие участки моря, англичане широко применяют минные заграждения. Эти мины, похожие на водолазов, уходящих под воду, превращают гладь океана в смертоносное пространство. Мины погружаются в воду, и только те, кто их установил, будут знать, какие секторы моря таят в себе гибель кораблям. Под охраной военного флота в Англию идут из Америки грандиозные караваны судов с оружием и продовольствием. Мощная охрана тут необходима, ибо каждую минуту можно ждать нападения фашистских пиратов. Фашистские гидропланы готовятся напасть на караван. Поглядим, что из этого выйдет. Чисто сделали свое дело зенитчики. Однако опасность может появиться вновь. В любую минуту фашистские подводные лодки шныряют в Атлантическом океане. Для них приготовлено особое угощение. Это глубинные бомбы. Они разрываются глубоко под поверхностью моря и ударом воды разрушают подводные лодки. Нападение отбито. Фашистам не удается отрезать Англию от ее колоний и от Америки. Грозная сила английского флота направлена не только к защите, но и к нападению. Морская авиация – могучее оружие в руках бывалых британских капитанов. Вот она цель – фашистский танкер с горючим. Дождутся теперь германские танкисты желанного бензина. Судьба германского флота предрешена. Его постигнет та же участь, что и в Первую мировую войну. Крупнейшие фашистские военные корабли, разбитые и подожженные, опускаются на дно океана. Так было с адмиралом фон Шпее, так было с Бисмарком, так будет и со всеми остальными. Как видно, этим фашистским молодчикам больше нравится плотно пообедать в плену у англичан, нежели самим превратиться в обед для акул на дне океана. Это крейсер «Экзитер», который нанес смертоносный удар линкору «Адмирал фон Шпее». Мужественные английские моряки возвращаются в Лондон после победы. Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль – один из создателей морской мощи Великобритании. Thank you.
военный флот Англии и весь народ Англии непоколебимы в своей решимости разбить и уничтожить ненавистный фашизм, это позорное пятно на человечестве. Силами великих демократических стран мира фашизм будет разбит. Женщины, гражданки великой страны, матери, жены и сестры, мы знаем, что победа будет нелегкая. Так пусть же сердце каждой из нас станет неиссякаемым источником мужества. Пусть каждая из нас, провожая на битву любимого сына, мужа или брата, вселяет в него уверенность и спокойствие. Пусть будет им, материнским благословением, наша ненависть к врагу, наша воля защищать родную землю до последней капли крови. Пусть твердо знают они, что мы спокойны, бодры и неутомимы в труде, так же, как они в сражениях. От такого, извините за выражение, товарищ командир, чижа, портится бак, вытекает бензин и пропадает день моего рождения. Это почему же пропадает? А потому что я этот день мечтал встретить в бою. Теперь наши их там громят, а мы через этот мистер Шмидт, будь он проклят, остались без капли бензина. Бак заклепан, товарищ командир. Ага. Товарищ Зотов. Я. Здесь, за балкой, колхоз «Золотая Дубрава». Это 1,5 километра на восток. Так. Мост будет через речку. Ага. Вот. Церковь видите? Вижу, товарищ командир. Достаньте бензин. Есть достать бензин. Еще своих догоним. Выполняйте. Есть. Yeah.
отложись. Увидят. Кто увидит? Немцы. Только что десант выбросили. Сколько их? 15 насчитала. Деревню заняли. Вон еще двое. Брать лопаты. Das Luft der russische Schweine! Ладно, запомню. Посадочную площадку готовят для своих подкреплений. Трактор твой где? За лесом. Горючее есть? Керосин. Эх, бензину бы хоть ведро. Мы бы их... Бензин есть в деревне. Где? Вон, где флаг на крыше. Куда? Стой! Ну, стой, я тебе говорю. Я пойду. Ты не выйдешь оттуда, пойми, мне легче.
Товарищ! Куда? Ваши послали за горючим. Трактору. А? Пошел. Es Ludwig, es Meister auf die von Städten. Aber doch, selbstverständlich, dass die Kutsche so winden, aber sie wird nie gelaufen gehen. Иди. Готово? Готово. Черт. Товарищ Зотов. Я. Товарищ командир, разрешите я поведу. Я трактористка. А можешь? Могу. Давай. Высоко летел, да низко сел. Бабы, что же ты делаешь? Чего же мы смотрим? Бей проклятых! Кушайте, живите досыта! Угощаю в день моего рождения! Thank you.
Извините, пожалуйста. Послушайте, товарищ. Ой. Пугается. Я из деревни Кочкина. А? Из Кочкина я. Что? Не слышу. Глуховато я. Заблудился я в поле. Оля? Моя фамилия Чижов. Что? Чужой? Чижов. А, я и вижу, что ты чужой. Чижов. Ага. Ты что, меня посвалил, что ли? Я ж тебе говорю, дорога в город. Да не в город мне надо, а в Лужники. Слышишь ты, глухая тетеря? А? Да не ори ты так, ради бога. Где Лужники? А, Лужники! Так бы и говорил сразу. Слушай, нам с тобой по дороге. Вот, помоги, качай мне. Мы вместе поедем. Ну, давай, давай, качай, качай. Не везет же мне, прости, Господи. Что? Хватит теперь? А? Хватит. Еще качай. Слушай, вот теперь хватит. Ну давай, давай, поднимай руки. Кочкинский житель. Кочкин-то уж 3 года как нет, там канал теперь. Что это значит? Это безобразие, у меня паспорт. Ну не кричи, не кричи. Здесь глухих-то нет. Хорошо накачал. Пока. Будь здорова. Молодец, Стрелка. Ну иди. Будешь знать, какие у нас девушки. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет она сама. И звонкой песнею пускай прославится среди героев наших имен. А тебе почему нет письма? Он кто у тебя? Летчик? Танкист? Не знаю, он мне ничего не говорит. Сказал, что и писать не будет. Если, говорит, что интересное сделаю, так в газетах напишут или в кино покажут. А если ничего не сделаю, так и с мамой писать незачем. Как его зовут-то? Баков. Михаил. Баков? Михаил? Ага. Так это ж герой. Про него действительно картину сняли. Идем, я тебе покажу. Ты только посмотри на своего Михаила Бакова. Девушки, девушки, идите Мишу Бакова смотреть. Внимание. Смотрите на фильм. Приказ выполнен. Телефона. Где ваш трактор-тягач с патронами? Мы вторую атаку отбили, а патроны что же не шлете? Что? Вышел трактор. А когда вышел? Что-что? Что? Алло! 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 Скажи, пожалуйста. Товарищ Баков. Есть, Баков. Немедленно отправляйтесь в штаб. Доложите, что трактор-тягач к нам не прибыл. Соблюдайте осторожность. Немедленно возвращайтесь. Все. Приказан добраться до штаба. Исполняйте. Есть. Узнаешь? Ага. Он самый?
Вон, Мишу. Ну вот, пусть они думают, что атака отбита, а мы у них в тылу. Господин лейтенант, виноват. Перед нами задача. Захватить штаб. Путь прямой. Вот он. Ясно? Ясно. 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 Что? Русский. Господин унтер-офицер, прочесать лес, взять живьем, будь полный. На заставу. Вот чертила, вот чертила. Мы слышим, кто скрадется во время горячий, сам наш кругом. Тра-та-та-та-та-та. Везем патрон на заставу. Врешь. Чего врешь? Патроны! Патроны. Да какого черта вы здесь торчите? Тягач стал. Торчите. Стали чиниться, а кругом пальба. Вот веточками прикрылись. А ты что думаешь, будем чиниться всяк на виду, когда кругом та-та-та-та-та-та-та-та? Он что, у вас припадочный? Нет, зачем? Просто в детстве пыльным мешком стукнули. Вот чердак, вот чердак, скажет он. Ты у нас пусть пол деревни так тараторит. А ты, Эдик, слыхал? Ехал грек через реку, ведь грек в реке рак, грек сунул руку в реку, рак за руку, грек цап. Он царитвало. Артист? Ведь, милый мой, я полтора года в драму кружил. Немцы! И бой вступать не будем. Ты здесь чинись. А мы с ним их подальше отведем. Как починишься, дуй на заставу. Понятно. Эх, пулеметик посуда. Пулемет в кузове. Врет. Ну, родной, выручай. Эй, как тебя? Артист, а ну давай. Эх, как понимать? Исполняйте. Есть, исполнять. Скажи, пожалуйста. А ну, за мной! Есть, за мной! Может, нам попробовать до штаба добежать, потому что этим до штаба добежать. Да эти свои припадки брось. Говори раздельно и четко. Может, нам до штаба добежать. Отставить. Не соответствует обстановке. Вперед!
мальчик знает, ползут. Ползут. Ползите, ползите, сволочи. Послушай, как тебя, грек через реку? Ты времени теряй, иду к машине за патронами. Ну? Мужик струсил. Ах, трещотка чертова. Ну что, где, как? Фу. А я ведь думал, что ты сбежал. Ну, сейчас скажешь, что разбежал. В прошлом году был у нас такой случай. Приказываю. Говорит раздельно и четко. И шепотом. А сказать, познакомились, то вместе и помирать будем. Вот это разговор. Давай, учись, какой чего тянешь? Время идет. Опять? Стреляй, говорю, гадов. За мной, иди за мной. Скажи что-нибудь, хоть одно слово, раздельно, а? Прощай. Противник снова отброшен на исходную позицию.
Но можно ожидать еще одну попытку. Не можно, а нужно. И не одну, товарищ лейтенант. Как боеприпасы? Пулеметных лент 2, неполных. Дисков 5. Патронов по обойме на бойца. Ручных гранат 5. Все. Не вышло. Алло. На Венера 2. 20-й. Передаю трубку. Капитан Тюрин у телефона. Да. А кто это со мной говорит? Кто-кто? Юдин? Ах, товарищ Юдин? Ага, здравствуйте, товарищ Юдин. Кому подкрепление? Мне? Нет, не надо. У нас все в полном порядке. Что, боеприпасы? И боеприпасов не надо. Нет, у нас все достаточно. Товарищ. Ничего, мы можем стащить, как на швейной машинке. Да, ну ладно, пока-пока. А то мне некогда, спешу на доклад. Вечером у нас кино, так что вы к нам заходите в гости. Сволочь. Немцы включили спровод. Почему так думаете, товарищ капитан? Почему так думаю? Да. А ты слышал, с кем я сейчас разговаривал? Да. Товарищ Юдин. А Юдин уж третий день как в госпиталь отправлен. Ничего. Ничего, ничего, господа фашисты. Алло. Алло. Я 20-й. Я Юдин. Юдин. О, черт. Начинается окружение. Нас окружают, дело ясно. Приказываю лейтенанту Баирову его подразделение перевести на пушку. Понятно. Бойцов предупредить. Патроны беречь, как зеницу ока. Понятно. Быть готовым к штыковой атаке. Понятно. Исполняйте. Есть. Товарищ капитан, бойцов волнует ваше ранение. Что ты? Скажи, пожалуйста, что за чепуха? Передайте бойцам, что я сейчас к ним выйду. Есть. Никуда вы не пойдете, Владимир Романович. Вам надо лежать. А вы почему здесь, Николай Степанович? У вас и без меня достаточно дел. Лежите, лежите. Товарищ майнфельдшер 2-го ранга. Я вам приказываю пойти к больным. Есть. Затих, сволочь. Опять ждать надо. Патронов бы сюда. Пропал Баков. Погиб, наверное, парень. Товар!
на родной гусенице. Рота. Я и есть лейтенант Кузьмин. А есть у вас товарищ Трофимов? Есть. Лучший стрелок и подголосок второго взвода. Очень приятно. Ему письмо. Попросите Трофимова. Есть позвать Трофимова. Товарищ старший лейтенант, по вашему приказанию красноармеец Трофимов прибыл? Вольно. Пожалуйста. Вам письмо. Спасибо большое. Нет, по нашему обычаю за хорошее письмо плясать полагается. А почему вы знаете, что хорошее? А я плохих не вожу. Пляшите. Я ж запевала, я плясать не могу. Ну, тогда запевайте. Играют походные горны, песники грозный каток. Глубокою ночью тревожа и черный коня седлает казак. Низко пройдут облака, расстанется, и соком льются плоды. Казак для коня вороному напиться речной студеной воды. Товарищ тоже потянет под кругу серебряной саблей свинью. Сначала казак поцелует подругу, потом приголубит коня. Пройдут облака на станице, и трубы сильнее зазвучат. Танцовы на защиту советской границы, горячие кони помчат. Ура!
счастливым. Читайте на здоровье. Стрелка! Дядя Володя! Это я самый. Теперь вам письмо. От кого? От всей роты. От всей роты от сразу? Всей. Ой, как интересно. Нет. По вашему обычаю. Вот. Да нет, ну нет, прошу. Прошу. Я попросил. Нам очень понравилось. Рота лейтенанта Кузьмина.